Что за херня? Кишками удавлю. Космы у тебя белые, как у сына мельника. Ну вот, пожалуйста. Тот самый вшивый мутант. Будь добр, составь нам компанию. Равику будет приятно. Посмотри, как он обрадовался при виде тебя. Ты же радуешься, Равик? Он обрадуется еще больше, если ты перестанешь колоть его кинжалом в спину. Ах, ты говоришь так, потому что не знаешь всей истории. Дело в том, что наш общий приятель Равик как раз собрался сыграть на собственную жизнь, и... А, у вас уже есть карты, чего вам еще надо? Если бы ты отдал ее сразу, нас бы тут уже не было, но ты попытался нас обмануть. И так как все пальцы у тебя уже переломаны, мутанту, пожалуй, придется сыграть за тебя. Согласен? Вот видишь, Равик согласен. Ну и чтобы добавить игре остроты, поднимем ставку. Жизнь Равика и карта Наталиса. Ну как? До Равика мне дела нет. Ведьмак какой-то скучный. Мой ухер, как пионер. Что постоите? Да у меня кровь засывает гигиена в этом городе. На уровне. А! Вот и ты. Как все прошло с Равиком? Карта с Наталисом у меня.
Ну вот и ладушки. Сейчас только обнесем Цезаря Бильзана и домой. Сделаем так. Я его заболтаю, а ты прошмыгнешь наверх и осмотришь его коллекцию. Наверняка карта где-то там. Что это за коллекция? А, никто не знает. Ты первым ее увидишь. Я так думаю, там про садомию или металлургию. Да ты мне, наверное, потом про все расскажешь. Ну, пойдем. Живой? Цезарь Бильзан. Еще помнишь спор о том, кто король Понтера? Король Понтера щука. Ну вот, видишь, а я пришел тебя убеждать, что сом, и притом не с пустыми руками. А это кто? Это Геральт. А Геральт рыбу ловит? Да, в прошлый раз я поймал на червя такого окуня. В Понтере? Ну да. На трезвую голову я таких мечтателей слушать не могу. Прошу. Ну и что с того, что судак чаще клюет, если он на вкус как говно в помоях? Да это из тебя такой повар, как из козьего гузна кларнет. Вот я прошлым разом взял свежего тимьянчику. И на вкус было, как тимьянчик с говном. Цыц! Взял я прошлым разом... Геральт, а ты что скажешь? Как, по-твоему, судачок на вкус? Извините, я на минуточку. Люди не могут удержать в себе махакамский спирт. Ну иди, если что, зови, мы тебе волосы придержим. Люды. Ну так когда пойдем сама-то вместе ловить? Я с тобой больше ловить не буду. Помнишь, что было? Треугольное отверстие в стене. Интересно. Этот нож вроде бы прикреплен к столешнице. Ящик открыт. Подходит. Потайная дверь за книжным шкафом. Классика. Статуэтка. Человек. Его не вырезали, но создали с помощью магии. Жаль, нельзя расспросить об этом Трис. Сервиз, с которого император Имгыр ел во время коронационных торжеств. А вот и Фрингилия.
долги выбивать. Золтан, пора собираться. Ага. Поздно уже. Привет, Бильзен. У нас для тебя новости от шефа. Новости? Какие новости? Мастер Тесак очень недоволен. Минуточку. Если обнаружились какие-нибудь расхождения в расчетах, я все объясню. Поздно. Взять его. Вы двое проваливайте отсюда. Оставьте его в покое. За голову ведьмака Тесаку придется платить отдельно. Ну, вперед! Не торчать же нам тут целый день. Ну что ж, как угодно. Бьюсь об заклад, я тебе уже... Ой, спасибо. Придется мне с Тесаком еще объясняться. Лучше в письме. Верно. Пойду собирать вещи. Ну, удачи. Бывай. Эх, доброе у тебя сердце, Геральт. Однако неплохо ты уделал последнего. Аж по стенам брызнуло. Взглянул я на коллекцию Цезаря. И что? Ничего удивительного, что он ее не афишировал. Нильфгаардские доспехи, портрет Эмгыра. Черепа Ахима де Ветта, кинжал Ватье де Ридо. Веревка, на которой повесили Скеллена. О-хо-хо, ну и ну. Ну и мерзость. А я ему руку подавал. А ты веревку случаем не прихватил? Кое-кто за нее прилично бы заплатил. Некоторых такие вещи возбуждают. Нет. Нет, так нет. Жалко. Еще я нашел статуэтку нильфгаардского солдата. Она магическая, но что на ней за чары, я не знаю. Трис с ней разберется. Точно. Занесу ей при случае. Все карты у нас. Что теперь? Теперь мы загребем за них кучу денег. Пойдем. Надо побыстрее заканчивать с этим обменом. Опасаешься, что клиент передумает? Скорее уж я передумаю. У меня тут было столько желающих, что я их перебирал, как красотка ухажеров. А клиент, он кто такой? Приятель приятеля. Я мало о нем знаю, но это кто-то вроде герцога. Ты меня знаешь, Герн. У меня никому предубеждения нет. Лишь бы платить. Смотри под ноги. Огонь сочистит. Ну, жду не дождусь, как бы... Ну, наконец-то. Труп уже остыть успел. Это что еще такое? Твой несостоявшийся покупатель отдал нам деньги и отправился на тот свет. Примерно в такой последовательности. А теперь попрошу карты. Надеюсь, раздобыть их было не слишком трудно. Попробуй их забрать, узнаешь. Один? Я не такой глупый, как граф. Ты, наверное, это уже понял. За работу! Краснолюда попробуйте взять живьем. Мне с ним потолковать надо. Сейчас сделаем. Геральт, эта манда убегает с моими деньгами. Сука, с нашими деньгами.
Догони ублюдка, а я займусь остальными. Маха! Заходи сзади! Отсюда! Сукин сын выбил мне зуб! Что? Ничего не понимаю. В эту сторону! В эту дверь! Держи его! Эй, герцог! Ты не уйдешь! Не трать зря силы! Оставь меня, долбаные утопцы. Тут бы пригодился ведьмак. Очень смешно. Если я отдам тебе деньги, ты оставишь меня в покое? Нет, я хочу убедиться, что это наша последняя встреча. И что? Догнал? Деньги у тебя? Да. А что с герцогом? Ты его прикончил? Да. И очень хорошо. Ну, Геральт, ты что предпочитаешь? Деньги или карты? Без тебя я бы не справился, так что ты выбирай. Если хочешь наличные, не вопрос. Я за час найду другого покупателя. Я бы взял деньги. Будь по-твоему. Я все равно успею расплатиться с королем нищих. Тот он удивится. Удачи. Спасибо, Геральт. И помни, Сом — король Понтера.
чтобы у бедноты да столько рукописей. Такие времена, что любой нищий будет не складывать. Геральт из Ривии, ведьмак, прозванный Белым Волком. Ты обвиняешься в оскорблении чувств верующих. У нас приказ доставить тебя на допрос. Но сперва сдай оружие. Это недоразумение. Ну, что ж делать, возьмите. Только мне нужна какая-нибудь расписка, чтобы ничего не пропало. Ага, сейчас будет тебе расписка. Помнишь проповедника, который говорил о чародейках и ведьмаках, и которого ты перед верующими оскорбил? От его имени мы приобщим тебя к таинству последнего очищения! Сил нет. Эй, белоголовый, ты глянь сюда. Не крутись тут. В чем дело-то? Она надо мной издевается. Говорит, никакой я не артист, а просто бабник и бренчала. Ты представляешь? Назвала меня бренчалой.
Мне все больше нравится эта девушка. Да ну тебя. Ты не возмущайся, а лучше докажи, что она ошибается. Как раз это я и собираюсь сделать. Я всегда мечтал открыть кабаре, и это место прекрасно для этого подойдет. Нужен только небольшой ремонт. Есть только одна загвоздка. Мне нужны деньги, так что... Если у тебя вдруг случится небольшой перерыв между утопцем и Кимой, может, поможешь старому приятелю? Почему тебе вдруг вздумалось открыть кабаре? Да я годами об этом мечтал. С того самого дня, когда мы были в кабаре в Оксенфурте. Помнишь? Там еще танцовщица висела на люстре. И когда она уже была вверх ногами, то позвала тебя и... Помню. Ну вот. А тут будет еще лучше. Я обещаю. Ну, то есть, конечно, если мне удастся достать средства... На ремонт. Чем я могу тебе помочь? Я когда-то встречался с одной девушкой, с холастикой. Ее отец, купец, возит пряности из Зерика. И ни в чем доченьке не отказывает. Вот у нее мы и займем. Кажется, припоминаю. Это не та, которую ты бросил, не сказав ни слова. Выскочил за вином и не вернулся. Так вот, зачем я купил ту бутылку. Это было уже довольно давно. Именно. Да и я немного изменился. И поэтому мне так нужна сила твоего авторитета. Ладно, говори, в чем дело, а то я чувствую, у тебя уже готов целый план. После нашего внезапного расставания с холастикой на меня, наверное, дуется. Но, думаю, если ты немного поможешь, она меня простит, а потом даст взаймы. И чем я тебе помогу? Давай по порядку. Прежде всего, нужно одолжить тупой меч из реквизиторской мадам Ирен. Ну, знаешь, такой, каким пользуются во время представлений. Когда ты его добудешь, мы встретимся у дома схоластики. Предположим, я соглашусь и схожу к мадам Ирен. А ты что будешь делать? Мне надо еще кое-что закончить. Но обещаю управиться до тех пор, как ты вернешься с мечом. Тогда я тебе все расскажу. Допустим, но... Геральт, в этом плане нет никаких «но». Все будет хорошо, вот увидишь. Возьми меч у мадам Ирен, и как стемнеет, увидимся у дома с холастики. А старик Нуман в прошлом... Дала бы я тебе скидку за эти твои геройские подвиги. Но маман... Что он опять задумал? Сечешь? Подозрительно ты выглядишь, приблуда. Сука, справедливости на этом свете.
Не надо ли тебе чего? Мечи высший сорт. Покажи мне свои товары. Изготовишь для меня кое-что?
Будь здоров. Чем обязан? Не откладывай на завтра, купи сегодня! Тот на одном костре с ним гореть будет. Прошу! Что у тебя там? Будь здоров. Очередной приблуда из тебя. Всадники и зрители! Интересуешься книгами? Ты не похож на ученых. Покажи мне твои книги. Бывай.